Я хотел бы писать как истинный классик, невзирая на все людские грехи, чтоб, стирая всю боль, как карандаш-ластик, вдохновляясь, читали строчки мои, забывьте ненужные ссоры в быту, улыбаясь почаще, красиво, разорвав то письмо со строкой «Не люблю». И начать все по-новому, но в полную силу. Я хотел бы вот так сочинить на ходу, чтоб без смазки и прямо всем в душу. Не желая сказать себе «не смогу». Плюнуть у каждого. Сделать получше. И чтоб выпал всем хотя бы маленький шансик. И даже бездомный нашел свой приют. Я хотел бы писать как истинный классик, создавая для каждого личный уют.